Bună ziua, stimați prieteni, я вас приветствую, дорогие друзья. Так как это пресс-конференция, мы не будем ждать всех тех, кто подключается сейчас онлайн, кто-то посмотрит потом записи, потому что нас смотрят многие представители разных СМИ, помимо молдавских спецслужб и администрации Игоря Додона, который очень интересует, где же у них был прокол и что им нужно сделать сегодня, чтобы избежать этого скандала и позора, очередного позора и для Додона как главы государства, и для представителей некоторых силовых ведомств. Во-первых, я хотел бы подчеркнуть, что после того, как пал режим Плохотника, значит, многие политики говорили о том, что Додон хочет стать вторым Плохотником. И был период, когда у Игоря Додона было просто желание стать Плохотником, но сегодня у него появились уже некоторые инструменты, которые служили раньше Плохотнику, а сейчас служат ему. То, что после отставки правительства Майи Санду многие силовики легли полностью под Додона и начали выполнять его грязные команды, значит, об этом мы поговорим в другой раз. Я имею в виду преследование оппозиционных политиков, преследование журналистов, незаконная прослушка и слежка за журналистами. Мы об этом поговорим в другой раз, я сейчас собираю материалы. Пока просто хочу передать привет представителям, а конкретно руководству СПИИ, это управление собственной безопасности МВД, и сказать, что машины, которые встречали меня в Кишиневе, черная Шкода Суперб, белая дача и другие автомобили, значит, все в порядке, встретили вчера, но работать вы не умеете. Но об этом поговорим в другой раз. Тема моей экстренной пресс-конференции — это то, что происходит сегодня по отношению к судьям Конституционного суда, потому что когда в Молдове появился еще один луч света, я бы так сказал, да, помимо генерального прокурора страны, руководства генеральной прокуратуры, которые сегодня четко вам могу сказать, не служат Игорю Додону, то, что произошло на прошлой неделе в Конституционном суде, является прямым подтверждением того, что Конституционного суда тоже нет у Додона в кармане, как и руководство генпрокуратуры. Но некоторые силовые ведомства, в отличие от руководства генпрокуратуры, некоторых судей Конституционного суда, включая нового председателя, госпожи Доминика Маноли, значит, продолжать не просто служить Додону, а готовить беспредел. Я понимаю, что сейчас я, может быть, слишком рано вышел на эту тему, потому что, честно вам скажу, то, что я планировал сделать сегодня вечером, это просто задержать незаконную наружку за судьями Конституционного суда. Но ввиду того, что я сейчас жду делегацию из Кишинева, вы знаете, что сегодня ряд врачей из Румынии прибыли в Молдову, и один из экипажей будет направлен в Бельцин. Мне нужно встречать их, их нужно расселить, кое-что организовать, а я не могу из-за, скажем так, из-за тех дел, которые у меня есть как у примара, оставить под угрозой и председателя Конституционного суда, госпожи Доминика Маноли, и еще трех судей. Итак, обо всем по порядку. Значит, буквально 19 апреля, значит, Артур Гуменюк проинформировал. Артур Гуменюк, для тех, кто не знает, это замдиректора СИБА, бывший секретарь Совета Безопасности президента, один из этих выдающихся генералов, который, вы знаете, Додон там дал шестерым, семим разным товарищам, дивизионных генералов, так как Гайчук и так далее. Значит, Гуменюк один из них проинформировал Додона о том, что во вторник готовится переворот в Конституционном суде, нужно срочно что-то нужно сделать с четырьмя судьями Конституционного суда, потому что Додон теряет ситуацию. Они готовили провокацию. Но
Гуменюк, будучи великим замдиректора СИБа, попал в штангу, потому что отставка Цуркана произошла раньше Владимира Цуркана, и появился новый председатель, был избран новый председатель Конституционного суда, госпожа Доминика Маноли. С этого момента, значит, было принято решение организовать настоящий террор против, подчеркиваю, на тот момент, в 4 судей Конституционного суда. А именно, значит, судья на тот момент Доминика Маноли, член Конституционного суда, значит, Любашова, Николай Рожко и Цуркану Сергей. Цуркану Сергей, чтобы никто не путал Владимир Иванович Цурканов. Значит, тут происходит из ряда вон выходящее, как выразился Дадон там на совещании. И Доминика Маноли становится новым председателем Конституционного суда. Значит, срочно было проведено совещание. В совещании участвовал, значит, Гуменюк, замдиректора СИБа, Службы информации и безопасности, и господин Флоча, директор Центра по борьбе с коррупцией. Значит, и были приняты следующие решения. Так как в СИБе, в Службе информации и безопасности, может быть утечка, как бы сказался Гуменюк, так как разные представители Службы информации и безопасности общаются там с разными посольствами, с разными разведками в мире и так далее, для того, чтобы максимально засекретить весь тот беспредел, который начали против этих 4 судей Конституционного суда, был выбран Центр по борьбе с коррупцией. Дальше в эту операцию были вовлечены следующие сотрудники. Значит, первый сотрудник — это Бытко Ярослав. Здесь Бытко Ярослав есть и шефу Алдирекции Генерале Асигурари Оператива. Карел Арендусел, она часто комбинация легала, ла отрас пе старинский раду, карь есть и шефу секции Филаж. Педиалты партии, тот Флоча, ла импликат она часто операционе шипе Марчел Табарча, карь есть и шеф Алдирекции Генерале Комбатерия Коррупции, ши Ачест Марчел Табарчел Арендусел ла импликабин субалтер Педро Гуцану Виктору. Кучесю купе ультиму тим, инклюзив астас, Ачесть шеф ди дирекции ши субалтер ди лор. Ку тоате чертитудиня, декларка, инклюзив ла момент Ачести конференции ди пресы, патру жудикаторь, а куртии конституционали, инклюзив доамна прешединте Доминика Маноли, сунт филац илегал. Здесь Доминика Маноли, ка прешединтели, куртии конституционали, ши жудикатори, Цуркану Сергей, Николай Рожко, Любашова. Здесь ей сунт филац, инклюзив акума, петим по чести конференции депресса. Да, кредка муша сприялска индикация боец сутонды, динцаростную приндыщи, не вас следы, ко трубанка. А сейчас в операционинг кодаты ку филажу легал ла кондучеря, дичнула кондучеря, ла команда Луи Флоча, карим параллел лукряза ку Гуменюк, дич директор и лачиня, лукряза кума параллел ку Гуменюк аджунгту ласис, дич дячес филаж и легал, сиокупы Бытко Ярослав, ши онколаборатор, лукратор оператив, дич старинский раду. Кучесу купы ла момент Марчел Табарча, шефу алдирекции генерали комбатери коррупции Шидра Гусану Виктор. Ла момент, ей факт тот по сибилу, са дискути ку тот чей, кари камбау фос бизац эндосару Луи Доминика Маноли, ка цинта принципалы тот уж есть и думня ей. Си организяза нешти провокарь, Кумарфика чинева себе и се декларе, к дуамна Доминика Маноли, алло отмитала чинева пентру дичизи савалта. И изгата си организезыш, протекция, инклюзив протекция Марти у шамани партии. Ла момент, се дискута уней провокари оперативи, джену, катрез ворбяс кантри ей до персуани, кашком случайно. Шуну лалту се испуи. Бэй, да то отунч, ну Доминика Маноли, когда ей дат за 7 евро, то ей дат ку купюре дешеля машкати, дешин суди евро, ой, рера у действия по 50, по 20, ку мога сетла, вама ловли ушень. Деч, дяста, стимац приятень, стимац читатень, стимац
офицерь, акумафаку напела офицерь одеварат, ще дела чиня, ще дела сис, лачей коренусу купы, купотлугари диджиноса. Вапрен тимпен питоц, к тимпулу плахотнюк, азвазу тоцку ще псоготит пентруденсу. Акума, йосен сигур, ко звидзоку на свис мартер, сис вантамплашку Игорь Додон. Терминац, cu toate prostiile și cu toate ilegalitățile, cu toate montajele, cu toate fake-urile, pentru a distruge astăzi judecătorii Curtea Constituțională. Dacă v-ați deprins timpul lui Plahotniuc să-mi organizați provocări mie a colegilor mei din partidul nostru, puteți puțin să mai continuați. Dar pe tema asta tot, ați vă demonstrez niște surprize în timpul apropiat și ați vă prăjesc împreună cu Dodon, pe același grătar, ca să știți. Că eu tot înțeleg. Când voi vă faceți meserie și într-adevăr mă lucrați pe mine sau pe cineva, în baza unor probe, asta e unul. Dar voi astăzi o faceți ilegal și ei ține defilajul și provocările care voi deja v-ați băcat la judecătorii Curții Constituționale. Eu înțeleg că rânza lui Dodon este puțin afectată de COVID-19, de COVID-20, de COVID-29, 49 și păi o leacă doctor, o leacă pacient. Dar nu mai slujiți pe acest nemernic, deoarece voi de râs faceți o întreagă țară. Acei care sunt într-adevăr ofițeri, conducători, patrioți, eu vă mulțumesc pentru faptul că existați și o să vii ziua când sunt sigur că mulți vor merge și vor depune mărturii, inclusiv la Procuratura Generală. Să nu credeți voi, cei care fac ilegalități, că cumva ați prăscăciți. Vă можете prăscăciți от Додона. У меня вы точно ни один не проскочите. Я сегодня документирую некоторые другие моменты, связанные с вашей незаконной деятельностью. Я хочу вам сказать, что если сегодня сидит, думает начальник СПИ МВД Мамалига, значит, бывший замначальника СПИ, значит, Вадим Манзарарь, почему говорю бывший, потому что я говорил про него как зама, а сейчас он у нас начальник управления в СПИ и занимается также специальными мероприятиями, в том числе и техническими. То есть у них есть своя наружка, своя возможность прослушки онлайн. Не думайте вы, товарищ Мамалига и товарищ Манзарарь, который сейчас думает, о, прикольно, сейчас опять можно работать за Усатым, Майя Санду, тем же Настасы. Можно сегодня опять следить за Натальей Марари, за журналистами Ньюсмейкер, за журналистами, которые занимаются расследованием. Нет, товарищ Вадим Манзарарь. И то, что вы пытались приехать на Леушинскую таможню, куда приезжал лично Мамалига, и давал наклеечки такие. Ну, в Рецком вас пунис наклеечку, ну, мили Ренат Усатый, пакет лещаль пибань. Да, Требуенко скрит адресала примарии, ше, ну, мурмобил, пикарис мазонья селядока. Там, где вы работаете, я могу преподавать, товарищ Манзарари Мамалига. И то, что вас унгенская бригада считает, что вам тоже все можно, значит, ну, на вашу тему мы поговорим отдельно. Как я уже говорил, машины, которые меня встречали сегодня в Кишиневе, и всю вашу незаконную деятельность, которую вы сегодня осуществляете для того же Додона. Вы, ну, кредит сдомнули Мамалига, что домнули Вадим Анзарарь, что, например, одна мадам, ну, юная леди, по фамилии Боурошу, которая раньше работала в миссии Инспечали, пятая служба, сегодня она перешла к вам в СПИ для того, чтобы заниматься прослушкой онлайн оппозиционных политиков, журналистов и так далее. И те остальные, которых вы взяли, которых возьмете в ближайшие дни, не думайте, что я сижу в Бельцах, собираю кукурузу. Я живу вами круглосуточно. Я живу вами круглосуточно, и вы у меня будете все звездами, вас будут, я вас выведу всех на концерт, на который придет миллион граждан со всей страны. Касал Колин Демпи Додон. Швой тец остаться колу по стойке смирно, шо с распундец мфаца жустиции, шо мфаца чета тенлор, пентру туати акционли вастре илегали. Я врау акума с факу напел ла туати партидели де оппозиции. Ла тот чей, каре деклары к вор ун витор транспарент Републики Молдова. Вор un viitor democratic pentru toți cetățenii din țară, care într-adevăr au grijă de cetățeni și de țară.
Астас факунапеллатос. Сэня адунэм. Сэ лом ништи дечизи импортанти пентру цары. Кэй платформа да. Кэй пасу лумэсэн. Астас, дакэй ласэм пидэнши. Питим ди пандемии. Фолосин на частой ситуации экшепционалы. Пентру сницы и птоца касы. И сэ организезы в провокаре. С деструга жудикаторий, с о деструга педуамна пшединте о куртии конституционали. Шиной спуник, не, мы не можем выходить на улицу, потому что коронавирус. Мой осы диспара Република Молдова, дин кауза ла коронавирус, но дин кауза ла коронавирус, да спа, а диспара дин кауза, да клор ли пермитим ум континуари с континуа честя фарадилеч. Noi astăzi trebuie să ne unim forțele. Am văzut ieri și a zis Andrei Năstase, că a fost el главный, неповторимый кандидат, unic pentru prezidențiale și el vrea să vadă dacă o să atamu și scoate candidatura pentru dâns. Numai că n-am înțeles, el noaptea pe secretul decis că el e candidat unic. Dar nu e problemă, independent. Discutăm cu toții. Și acum chiar nu vreau. Și nu o să-mi permit să atac pe cineva din opoziție, deoarece noi trebuie să ne oprim țâncanii ăștia care să-i permit ilegalități deja contra judecătorilor curtii constituționale. Am văzut că s-a sesizat Procuratura Generală și dacă nu voi fi invitați de procurori, voi merge eu la ei ca să discut mai în detalii ce despre ce am comunicat astăzi. Dar această bătaie de joc trebuie oprită, trebuie tăți răspund în fața legii și Igor Nicolaevici Dodon, tu vrei să fii plăhătniucom, dar astăzi plăhătniuca nu e în țară și tu думаi că rezinca a trusov e așa ca a plăhătniuca, nu. Noi tebe povesim metalicii pojas verности, pentru că eu văd că tu, Igor Nicolaevici, pe altfel не понимаешь. Мне не нужно, Игорь Николаевич Дадон, чтобы ты был верен мне вместе с твоими этими щенками, которые позволяют себе правовой беспредел. Ты должен был быть верен народу, который за тебя проголосовал. Ты сегодня считаешь, что нет, я крутой, как Советский Союз в прошлом и так далее, тебе можно все. Нет, Дадон, тебе нельзя. И ты, я тебе точно говорю, ответишь по всей строгости закона вместе с этими твоими щеглами, которые сегодня думают, что рядом с тобой они вырастут. Нет, Дадон, они уйти могут только с тобой в тюрьму для того, чтобы тебе там колбаски нарезать, там, радиоточку настроить. Уже не на твои телеканалы и радиостанции, а на те, которые будут принадлежать государству. На эту тему тоже поговорим отдельно. Дуара на Индии, четатени тресфи гатаста, сапери, куртя конституционалы. Шесвишим контра, латуати, очестя фарадилеч, корисунт организации дедудон, служилилой. А вам, настоящим операм, настоящим офицерам, сотрудникам радом ведом, держитесь, ребята, неважно, в каком ведомстве вы работаете. Скоро проедет и на вашей улице КамАЗ с пряниками. На чьей-то улице проедет КамАЗ с курканами. Где вы сами решите, что вам ближе, пряник или КамАЗ с курканами, который уезжает. А КамАЗа с курканами, это реально будет добрая акция, пущу по всей стране, где каждый житель села может пасть, я съем курками КамАЗ, КамАЗа межи моей партии, каментире, ну, потом беспределу, корево будет логдим партия Лдодон. Всем хорошего дня, делайте, пожалуйста, репосты этого видео, фачес барук дистрибуир, качест месаж, а частная информация, сажун глотос, четатени, где Република Молдова, вадорез кози бонан континуари, сатраец, овес грижи девой, все во правде. Пока.